Дуже хотілося, знаєте, коли я робив цю акцію, і з самого початку її хотів зробити, зробити таким чином, ну, щоб наша академічна музика, яка, на жаль, зараз знаходиться не в тому стані, в якому мала б знаходитись, росла, розвивалася, щоб до нас в оперні театри ходили люди, слухали спектаклі, щоб ця культура повернулася. Я буду співати сьогодні різну музику, і вся ця музика буде для вас. Я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа поэта еще любить осуждена. Всегда везде одно мечтание, одно привычное. Я печаль, я отрок был тобой плененный, сердечных мук еще не знал. Я был свидетель умиленный твоих младенческих забав. В тени хранительной дубравы я разделял твои забавы. Я люблю тебя, я люблю тебя, как одна душа. Одно мое желание, ты мне радость и страдание. Я люблю тебя, я люблю тебя, и никогда ничто не охлаждающая даль, ни час разлуки, ни веселье шум не охладят души, согретой девственным